Скажи, как зовут? Вика. Подожди. Обязательно говори. Да что ж такое? Что у тебя там такое? Да вот ваши андроиды. Задолбали андроиды. Блядь, сейчас упаду. Полетели, полетели. Сейчас. Если что, это Вика. Если что, да. Блядь. Ну что такое-то? Вика третий прыга. Третий раз, блядь, ну что такое? Начинаются пляски. Только не толкайте, ладно? Не-не, только если ты там сама скажешь. Угу. Все, наверное, увидимся. Ты можешь вообще ничего не делать, просто завались вперед и все. Да, это легко сказать. Ну да, вам легко. Вам легко и сделать привет. Тоже. Привет. Ну что, мы будем прыгать сегодня? Я и мои личности. Давай. Да сейчас. Все, наверное, надо. Вот двумя руками по-любому не так страшно, да? Здесь еще можно держаться? Да, можешь, только недалеко. Вот здесь нормально прям, отлично. О, руки такие грязные. Блять, у нас еще салфеток нет. Я боюсь. Или нет? Не вздыхайте так. Сейчас она сама упадет, и тогда все будет супер. Сейчас, подожди! Ну все, ну давай, Вика. Сыкуха, блядь. Тут же еще человек запрыгнет. Ой. Все, сейчас прыгну. Блин, а можно будет опять перевернуться? Вот так, нет? Не, можно, но не так, как в первый раз. А как можно? У тебя там получилось, что ты не прыгнула прямо, ты прыгнула вот здесь вправо и повернулась еще. А тебе вот в том направлении, и там уже можешь переворачивать. Нет, она там закинула ноги вверх. А что там? Да я хрен знаю. Там было очень страшно, да. Сейчас. Все, раз, два, три. Надо было сразу считать! Ой, с меня эта херня слетела! Класс! А? Да вот эта штука с плеча! Классно! Чё, я могу оторваться? Ну вот. Ну я еще пока не готова. Саша, ты чё, даже не смотрела? Меня! Я же уже здесь! Я говорю, меня не смотрела, я еще здесь. Уже... А, да? Блин, я опять две минуты стояла. Привет! Стой! Ногами стой! Да блин! Че я тебя боюсь встретить?